БГУ сегодня — это стремительно развивающийся вуз развитой научной инфраструктуры и передовыми научными разработками. Брянский государственный университет включен в единый национальный реестр ведущих образовательных учреждений страны. В научно-исследовательских лабораториях и научно-образовательных центрах университета проводятся исследования более чем по 30 направлениям. История нашего университета убедительно свидетельствует, что на разных этапах его развития наука всегда была и остается неотъемлемой частью жизнедеятельности нашего вуза. Является университет одним из динамично развивающихся вузов, я думаю, не только на территории региона, но и в Центральном федеральном округе. И мало какое мероприятие, не только касаемо научной деятельности, но и патриотической и другой направленности, возможно провести без содействия либо прямого участия организации Брянского государственного университета. За последние годы на 70% обновился приборный парк научных подразделений. Приобретены инновационные измерительные приборы. Современное лабораторное оборудование позволяет проводить исследования по приоритетным направлениям развития науки и техники Российской Федерации. Дорогие друзья, я искренне желаю всем нам вдохновения, радости открытий, новых научных идей и объявляю год науки и технологий в Брянском государственном университете открытым. В прошлом году работа ученых поддержана 9 грантами российских научных фондов Министерства образования и науки на общую сумму 12 миллионов рублей. Также один ученый был удостоен гранта президента страны. В Брянском государственном университете динамично развивается и международное научное сотрудничество. Мы участвуем в крупных глобальных проектах, таких как, например, создание недавно вышедшей сводки по бореальной растительности Европы, в которой участвовали 22 национальных академии наук из Европы и всего 2 вуза из нашей страны, в том числе ученые с нашей кафедры. Также студенты ежегодно проходят международные стажировки во Франции, Швейцарии, Польше и в других странах Европы. Приоритетное значение в университете придается развитию фундаментальной и прикладной науки. Уже в ближайшее время ряды ученых Брянского государственного университета пополнят сегодняшние студенты. Дмитрий Белов, Александр Жучков. События Брянск.